Привет, меня зовут Макс, и это ленивый канал. Ну и да, здесь немножко другая обстановка. Я сейчас дома у родителей, а это обзор на Субан пожарную машину. Вообще, я не планировал покупать набор, ну, я его и не покупал. Совершенно так случайно получилось, что у меня появилась возможность осмотреть этот набор, правда, в варианте с пакетом. Но думаю, то, что тут нет коробки, никого не смутит. Что ж... В итоге нас будет ждать вот такая вот машинка. Классическая инструкция в Субан, хотя уже сейчас я готов сказать, что она, возможно, несколько менее подробно, чем другие. Ну да ладно, в принципе, сейчас мы приступим к сборке, посмотрим, что получится. Собственно, сборка закончена. У нас есть вот такая пожарная машинка. И в целом это очень приятный набор. Его интересно собирать. У него есть некоторое количество функций, о которых я сейчас расскажу. Он выглядит очень-очень крепким. Важный момент. Если вы покупаете вот этот набор, ну вообще какой-то набор для вашего ребенка, которому, допустим, ну, лет 5, это хороший набор. Его сложно уничтожить. Он достаточно крепкий. То есть, ну, разломать можно только разве что саму кабину, поскольку туда надо садить, собственно, фигурку, поэтому разломать ее легче. А так, это очень монолитный, хорошо собранный и, главное, надежный наборчик. Ну, единственное, разве что колесики крепятся на очень слабеньких осях, но это такое. У него есть некоторое количество функций, но вот это вот я обозначу. Ими не очень удобно пользоваться. Первая функция. У нас вот здесь вот находится ящик. Вот он открывается с обоих сторон. Внутри ящик. А этот ящик, по идее, подсоединяется вот к этой колоночке. То есть у нас вот функция, мы берем машинку. Открываем. У нас вот здесь вот кран. Открываем ящик. В ящике находится вот такой шланг. Мы берем шланг. И с помощью вот этой вот штуки подсоединяем шланга, ну, точнее, шланг подсоединяем к бронзбойту, а затем к самой машине. То есть тем самым симулируя то, что машина подсоединилась к городской конце водопроводной сети, для того, чтобы тушить дальше. Это прикольно, это интересно, что они такое продумали, ну и, собственно, что они взяли все это и сделали этот шланг, который действительно можно подключить. То есть это не просто машинка, это еще и элемент игры. Что, в принципе, неплохо. Но вот мы видим небольшую проблему. У нас... Черт. Вот эта вот черненькая штука иногда открепляется. Но это не такая большая проблема. Так, ладно, по этому моменту проехали. После того, как мы в это поиграли, мы можем сложить все в... ящик положить обратно. Так, вот здесь у нас подключение шланга. Далее, здесь. Здесь у нас огнетушитель. Вот он. Здесь у нас еще один шланг. У него есть шутер, который стреляет маленькими круглыми детальками. Но в моем случае этот шутер установлен весьма... Ну, он закрывает у меня веревку, то есть он ее крепит, потому что крепить веревку у Субана это отдельный геморрой. Мне было немножко лениво, поэтому я не стал это делать. Но в целом, да, вот здесь он хранится. Здесь уже знакомое вам отделение. Выше у нас установлен главный бронзбойт. Вот он. Я сюда поставил еще одного. Еще одну фигурку. Здесь у нас кабина с водителем. Теперь важный момент. На самом деле водитель здесь не сидит. Из-за своих больших поясов. Вот здесь вот можете видеть этот пояс. Он не помещается нормально. То есть он не сидит, он сейчас просто туда помещен, ну, в принципе, закреплен. Мне нравится, что здесь кружечка, такое милое уделение деталям времени. Ну, и вообще, ребята продумали, что это, скажем так, добавляет некоторой живности набору, живости. Два абсолютно одинаковых персонажа, то есть два абсолютно одинаковых пожарника. В целом, прекрасный наборчик. Здесь у нас запасные инструменты. Да, вот единственное, разве что бампер иногда может отваливаться.
И, как всегда, с Особаном у нас целая куча запасных деталей. Их достаточно много. У нас есть запасные инструменты. То есть у нас здесь есть еще болгарочка, кирка, отбойный молоток и, наверное, это кувалда. Собственно, как всегда, у Особана весьма богатые наборы по своему наполнению. Если брать цены того же детского мира, то мы получаем очень бюджетный и очень неплохо сделанный наборчик. С которым же самое главное, если вы хотите, можно поиграть, но при этом его не стыдно поставить на полку. Нет, конечно, это не будет шикарный набор, который можно будет показывать всем, но он сделан хорошо, если у вас есть какая-нибудь композиция Сити, даже Лего. В принципе, это вариант как элемент декора, тем более, ну, видите, у нее весьма неплохой дизайн. Что ж, на этом мой обзор закончен. До встречи в новых обзорах, скоро будет обзор на страйкбольную винтовку, а там посмотрим. До встречи в новых видео!